Hello, everybody. Всем привет! Меня зовут Кайда Лисман, и у нас с женой есть большая привилегия возглавлять церковь в Эстонии, в городе Таллин. В регионе Балтии находятся три страны, и в каждой из них есть наши церкви. У нас есть две церкви в Эстонии, и самая большая находится в Таллине. Она насчитывает около 140 учеников. У нас есть церковь в Риге, в ней 80 учеников. Также есть церковь в Вильнюсе, Литва, в ней более 20 учеников. Иногда меня спрашивают, где находится Эстония, что вы там делаете, как там относится к миссии? И я хочу поделиться несколькими хорошими новостями. Большинство людей в нашей стране не верит в Бога. Но я думаю, несмотря ни на что, каждому нужен хороший друг и крепкое братство. И я думаю, что Бог и церковь могут подарить все это миру. Например, на прошлой неделе у нас был выезд для мужчин, и один из гостей, побывавший там, спросил меня после его окончания: «Мне нравятся ребята, то, что вы делаете, нравится ваша община, нравятся ваши беседы, нравится ваше обсуждение по группам. Как я могу к вам присоединиться?» У нас есть и другие миссионерские проекты. Например, наши женщины проводят очень интересный проект в кафе. 6 раз в год они приглашают своих друзей и просто обычных гостей в кафе. Прямо там они проводят очень интересную беседу. И это действительно работает. Мы очень гордимся своими студенческими группами в Риге, Латвии и Таллине, Эстония. За последние 2 года в студенческих и подростковых группах у нас было более 20 крещений. Ребята, мы очень благодарны за все, что вы для нас делаете. Спасибо за ваши молитвы, спасибо за вашу поддержку. Я думаю, что именно благодаря вам у нас есть возможность реализовывать эти проекты, встречи в кафе и организацию студенческих служений. И мы просто хотим вам сказать спасибо. Храни вас Бог!